Главная цель проекта – обеспечение прозрачности и совершенствование местного самоуправления в Украине путем оптимизации процедур принятия решений на местном и региональном уровне и привлечения общин к управленческому процессу. В течение первого года данный проект реализовывается в Донецкой и Луганской областях, после чего результаты и практические наработки будут распространены среди представителей органов местного самоуправления в других областях Украины. Я глубоко убеждена в том, что сотрудничество между властью, между территориальной громадой, между депутатским корпусом будет способствовать демократизации абсолютно всех процессов. На первый взгляд кажется, что это процесс только или проект только политический. На самом деле этот проект направлен на обучение, в результате которого не сразу, через год или через два, мы очень надеемся увидеть диверсификацию экономики региональной в сфере сегмента малого и среднего бизнеса. По словам стратегического консультанта проекта Кристин Форестер, когда речь идет о подобных процессах, ни один из них нельзя назвать легким. Она отметила, что была проведена эффективная работа, в результате которой были внесены некоторые коррективы, чтобы потом наработки этого проекта можно было распространить по всей стране. Меня очень впечатлили те участники тренинга, с которыми мне довелось пообщаться. Меня поразил их уровень знаний, их опыт и те замечательные вопросы, которые они в ходе обучения ставили. Но тот энтузиазм и та поддержка, приверженность участников обучения, которая была проявлена в ходе тренинга, показала мне, что вы именно те люди, которые могут решить такие вопросы. Планируется также создать доказательную базу, которая будет свидетельствовать об опыте реализации данного проекта. По словам Кристин Форестер, этот опыт очень важен, так как он будет использован при разработке пособия с практическими рекомендациями, которая будет презентована в сентябре на национальной конференции. Я очень надеюсь, что стратегия, которая будет разработана как конечный продукт этого проекта, будет обсуждена не только в пилотных регионах, но и будет представлена депутатам областного совета не просто для утверждения, а как пример длительной, непростой, в определенных моментах сложной работы, но как стратегия, которая будет вести нас к конкретным механизмам реализации поставленных целей. Наталья Шевченко, Александр Пугачев, Первый муниципальный.